Итак, 15 июня 2021 год, Харьков, полетели на Лунную. О, прям со звуковым сопровождением. На трамвае полетели на Луну. Участник нашей видеосъемки Салтовское депо. Так, вот так красота, наверное. Да, дубль это уже, наверное, пятый. 22:06 по Киеву. Киевское время в Харькове. И нежданно, негаданно разошлись облачка. Несмотря на все прогнозы погоды. И есть возможность, пусть через небольшую дымку, но все-таки полюбоваться нашей лапочкой. Не, ну эти три кратера, это просто шикарно, с пимпочками. Как кошачья лапка, след кошачьей лапки. Хорошо. Еще ближе можно. Ой, сейчас, сейчас. Убегает из кадра. Мешает дымка. Резкость качественно навести. Но, по-моему, очень шикарно получается. Ты посмотри, как эта красотулька ползет. Плывет, вернее, вокруг Земли. Очень классный обрыв сейчас у месяца. Натурально киношный, мультяшный месяц. Вышел месяц из тумана. Нет, ну правда, как, не помню уже какая студия, DreamWorks, что ли, использует такой месяц в заставке. Надо только хлопчика туда с удочкой посадить. Ну ты посмотри. Может он там и сидит, просто его не видать. Триста 85 тысяч километров до Луны сейчас. Луна только начала расти. После недавнего солнечного затмения 10 июня, 5 дней назад, которое мы благополучно пропустили благодаря облачности, ну и работе. Впрочем, в Харькове это было всего 4%.
солнечного диска была закрыта луной. Ну, так что не так жалко. Хорошо. Пожалуй, это все в предыдущих дублях. Там еще Венера есть. Сейчас она уже за горизонтом скрылась. Хочу на кошачьи лапки вот этой закончить. Натурально Котофей оставил след на Луне. Кошачья лапка. Хорошо. И не хочется, но надо двигать по домам. Отлично, я выбрался. 15 июня 2021 год, Харьков, 22.11 по Киеву в Харькове. И это были прекрасные съемки. Как я соскучился за Луной. Это же надо. Это же надо. Сейчас я еще раза три повторю. Что мне пора домой. И, возможно, убежу себя и убегу отсюда. Блин, красота какая. Ладно, все. 22.12 по Киеву, Харькову. Я здесь заночую.